запись идет. Вот, что-нибудь бы диковинное показать. Ой, оно далеко. Мы тут собирали крупную украинскую вишню, которую я привез в виде черенков. О, что было. Вот, привез в город. А там тоже девчонки подрабатывали, уже другие девчонки. Ну, приходится это. И работы хватает, и денег не жалко. Вот, и я поставил ведро на стол, тарелочки, сказал, мякоть сюда, себе заберете, а косточки сюда помоете, отбракуете, мне оставите. Вот, и сели они. Ну, дальше все было, вы догадываетесь. Это единственное в Сибири дерево с абсолютно съедобными вишнями. Ну, вы про них уже знаете. Есть народное название Жуковка, есть официальное название Жуковская. Вы про эти чудеса знаете. А что вам показать еще? Вот. А вот это вот персиковая мичурина. Вот. Она должна быть желтая. В этом году она окрашивается. Меня не спрашивают. Но это дерево в дичайшую засуху за все годы ни разу не полито. Вот. Чего она начала чуть или синеть? Посмотрим. Показать вам чудеса. У меня интересные чудеса. Еще, наверное, видно будет. Вообще ходить по моему саду должны делегация во главе с академиком. Вот посмотрите внимательно. Видите? Одна сувенир Востока. Вкуснейшая. Морозостойкость дикая. Вот смотрите, что ветки тут есть. Знаете, почему они сухие, мертвые? С каждого за все годы я взял по несколько сотен. Деревья небольшие, по несколько сотен веток на прививку, с каждого. Вот. И они начали умирать. Может, это предсмертный урожай. Посмотрите, что бывает. Вот здесь пониже один цвет. Смотрите сюда. Второй цвет. Видите? Все это очень интересно. Может быть, даже где-то с помощью пересева как-то разделить уже на... Смотрите, как развлечение развлекается, да? Может быть, с помощью пересева уже разделить их, но это уже не моя задача. Я свою задачу выполнил. Ее можно назвать колновидной. Это делается так, отдельно снимается вот такая ветка, вот такая ветка фотографируется. Потом ловкость рук и полное мошенничество. Это наша, мол, колновидная слива. На самом деле, ни одной колновидной сливы в природе не существует. Ни одной. Ни одного абрикоса колновидного не существует. Как докричаться? Как сделать, чтобы миллиарды людей, сотни миллионов рублей, уже миллиарды, если брать с тех пор, как появилась мода на этой колонне, как сделать, чтобы где-то кто-то, уважаемый человек, академик, с трибуны, с просьбой повторить по всем телеканалам, сказал, вот, нету колновидных груш, слив, абрикос, персиков, вишен, нету. Прекратите людям головы морочить. Прекратите грабить, тем более, что в средней полосе даже колновидные яблони дадут 3 яблочка, это, считайте, повезло. Имеется в виду средняя полоса и севернее. Посмотрите наверх, видите? Это настоящая уссурийская груша. Это моя гордость, потому что я, дружа с двумя учеными, спрашивал, господа, а что у вас, ваших этих... В институте в одном случае, в опытном научном учреждении в другом случае, используется как подвой для груш. Ответ был, груши гибридные, а у меня чистые, смотрите. Чистые, 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 а у меня чистые. Вот. Интересно, что кто его опыляет, трудно понять. Самоопыляемое, ну то есть, а если бы кто-то опылял, может еще гуще была бы, но... Достаточно того, что она сама себя опыляет, тут рядом груш нету. Вон, видите, там пожиже, здесь погуще, потому что солнечная сторона. Вот это она и есть. Мне вот уже первые падают, видите. В этом году все мелкое, никто ни разу не поливал. Там вдали, ой, ё-моё, отвлекаться не хочется. Хотел про груш поговорить. Лучший подвой для самых сладких в мире груш, а они как раз у меня все. Так случайно сложилось.
что-то привозил, что-то менял, что-то мне дарили, что-то покупал, черенки. Вот смотрите, что делается. Ё-моё. Вот она. Я видел позавчера, но не подходил, некогда было. Вот еще одна. Боже ты мой. Вот это да. Но я вам скажу так, это чуть ли неизбежно. Это амур. Он тоже измельчал невероятно. Тоже очень сильно. Это дерево отличается невероятным качеством. Видите, косточка сухая. Видели? Смотрите, сама выпала. Сама. Ну, очень вкусная. Есть у нас, вы знаете ее, мы же одна команда. Это у нас очень мало новичков, мало чужих, кто смотрит, ну, свои. Зерну саду видели. Я и догонку, когда уехала, все увезти не могла, послал два ящика именно амура. У меня этого мелкого. Он мелкий, потому что дерево упало и перестало их кормить. Плоды не вылезли. А с крупного амура. Вот. Какой восторг. Я выслушал по телефону. Вот. Сейчас все это осваивается. Все косточки будут собраны, высажены. Что из них получится? Если опылит вот это вот дерево, допустим. Да, они тоже мелкие, но обычно они до 100 грамм. Вот. То можно получить потом с морозостойкостью амура и с крупностью вот этого. Но, еще раз говорю, в этом году говорить слово крупный как-то даже неприлично. Вот, посмотрите, вот она жердель. Это еще одно чудо, потому что в Сибири она, это единственное главное дерево. Есть еще потомки, но это потом. Главное дерево. 22 года. 23 ведра урожая давно позади. В этом году ведра 40, но посмотрите, что делается. Показываю. Как ни старались, как я не платил всем, кому мог, мы не смогли собрать. Вот. Вот они так и лежат. И, наверное, все это останется. А я ждал ученых. Вот, большими торбами. Не дождался. Вот. Иногда что какие-то отголоски от Москвы приходят. А вот почему железо, займитесь. Да он же проходимец. Точка. Удобно и работать не надо. Если раньше этот Фритьоф Нансен добирался до Дудинки, до озера Лама, добирался до гор Путорана, до Диксона, до Тикси. И все это он, даже где-то рискуя жизнью, но он же Нансен, вот, где-то на поезде, где-то на катере, а где-то на лыжах. Вот. А сейчас сел комфортабельный поезд, а вам ученым деньги не дадут. Скажут, езжайте даже не в купе, езжайте в плацкарте. Вот что я боюсь. Да, наверное, так оно и было, так оно и будет. Мы пошли в маленькую часть сада. Мы не были в саду номер 2 и номер 3. Вот. А здесь вот такие дела. И все это собрать. И соберу я, наверное, я говорил, вначале 100 тысяч косточек. Потом, когда я посчитал, стало плохо, а еще ничего не собирал. Тогда я сказал, ладно, 200 тысяч. Что будет завтра? Кто все это соберет? Вот. Кто все это соберет? А еще манжурец только начал падать. Так, блондинка, ты уже тут? Да. Это вот пока я снимаю, сколько ты ведер набрала? 15. Что, перешли на китайскую сливу? Так, только ты не шути. 15. Это с помощью метелки? А с помощью метелки это... Нет, как? Подожди. Сегодня я привез Юлю. Ты ночевала, ты когда начала? Утра. Это 15 ведер с утра или сейчас при мне? Ну, при вас где-то 8.
8. Вот прямо буквально за минуты. Ну-ну, пилите шура, гири золотые. Вот такие вот, смотри. Я тебя за это самое за полтора буду считать. Естественно, я сама так буду считать. Считай, считай. Считай, считай, контора пишет. Интересно, да? Вот это тоже амур. Он давно закончился. На другом амуре, вон там, где это она собирает. Там еще только начинает падать. Боженьки ты мой. Что же делать-то, а? А запись-то еще не закончилась. А еще 6 минут. Ох, туда не полезу, я босиком. Вы знаете, что ходьба босиком, она повышает здоровье, потому что идет, она так больно, вот тут вот накалываю, все. Но это такой массаж. А сейчас же увидеть босиком человека практически невозможно, потому что везде асфальт. Так ведь? Да и на дачах обутых все ходят. Вот она, украинская. Вот она, ладно, недалеко. Все-таки дошел, смотрите внимательно. Вот она, вот это есть то самое чудо. Вот. Это один из моих... Мы там уж от зависти. Жаль, бесценные котики выплевываем. Вот. Вот это чудо. Чисто сладкие. Вот сейчас... Дерево однажды начало сдавать. Видите, какое оно жидкое. Невероятная засуха, листья мелкие. Урожай не то, что был. Но это вторая ветка. Дерево состояло то ли из двух, то ли из трех почек. Ой, господи, сколько тут абрикосов, как их все обойдешь. А там снова абрикосы. Там королевский, там поздний Филиппе, вон они. А мы пришли сюда. Вот видите. Эта ветка начала отсыхать, это еще терпимо. А главная ветка, она дала такое урожайще. Видите стремянку? Собираем ведро за ведром. Вот сейчас остану в тень, зайду, а то ничего не вижу. Вот то, что еще не успели собрать. Нет, уже мало осталось. Да еще птица помогает. Вот. Ну что, еще осталось еще 3 минуты. Хотел вам показать крышу, куда мы не можем залезть, крышу беседки. Там ведер 5 лежит амура. А подобраться, это жизнью рисковать. Так они там и останутся. Ну что, птицы съедят. Посмотрим. Вот. Королевский. Как он измельчал. В этом году ужас, ужас, ужас. Ну, здесь уже все собрано. Ну, я уже двигаюсь к выходу, потому что сейчас эта запись остановится сама. Просто сама остановится. Вот, показать вам напоследок. Это сенсация. Я вам все покажу. 2-3 плодика персика. Персик привитый. Несколько лет назад его снимал, я вспоминал недавно, Кондасева, ведущего телеканала «Консультант садовода». Несколько лет назад вот это вот волосы вишни было поменьше. Этот абрикос еще не задавил его. А персик был мощный, с большим-большим урожаем. Видите, все это от соседа, от этого мэрского абрикоса. Вот. Так вот он, смотрите, этого не может быть никогда. Предпоследняя зима была 40-летняя, это было теплое, до 33. Вот смотрите, раз персик, два персик, три персик, 4 персик, уже 4, но это и все, ладно. А вот 5 персик. И вот получается, что они выше кромки вот этой, они на ветру. Почки выдержали, но опять же зима была теплая, до 33. Может, ночами было больше, кто тут следил. Но официально до 33. Дальше.
за эти годы с него взяты было сотня черенков вот таких, бесценных, и разослано вам. И сейчас по всей стране, а ведь это один из потомков, вот, у него были родители. И родители были, знаете, как уничтожены? Они были уничтожены тем, что когда мне сожгли сад 5-гектарный, промышленный, плодоносящий, я остался с тем, с чем начинал, то есть с одними штанами. И получилось так, что мне пришлось от 5 роскошных персиков плодоносящих, которые уже телевидение снимало, и все радовались, вот, заодно из черешин, все черенки годные собрать, вырезать, я их этим погубил. Вот, а это один из потомков, вон он, отсюда видно персики. Выше кромки ограды, на ветру, на северном и западном ветру. Вот, вот на этом я заканчиваю. Это дерево уникально, у меня все сеянцы, они тоже живы. Вот, но сеянцы в этом году без урожая, тяжело, тяжелее им пришлось. Но все эти сказки, что до минус 30, а 33... И от минус 30 это почти смерть, а 33 это уже 100% смерть. Вот эти персики перезимовали, вот это один из них, перезимовали 40-градусную зиму. Самые северные в мире персики, знакомьтесь. Пусть он уже в таком виде, пусть, но он выдержал уже после съемок еще несколько лет. Вот. И еще умирать не собирается. Вот такие чудеса. Еще черешни не показывал, черный брюк.